Часть 2. Технология блокчейн. Для меня лично блокчейн имеет два основных технических ингредиента. Первый ингредиент — это шифрование. Когда я говорю шифрование, я имею в виду асимметричное шифрование. Второй ингредиент — это так называемые распределенные системы. Это две основных составляющих блокчейна. Если вы поймете их, то вы поймете все технические детали блокчейна или биткоина. Вы можете создавать записи, которые нельзя удалить. Вы можете перемещать ценности, обновляя эти записи. И вы можете автоматизировать процесс обновления этих записей посредством смарт-контрактов. Это значит, что потенциально вы можете изменить структуру финансовых услуг. Сегодня существуют самые разные виды учреждений для организации записей. Такие учреждения называются доверительными третьими лицами, если использовать терминологию этой индустрии. Эта роль может фундаментально измениться. Блокчейны — это сети. Существующие сегодня сети — Alibaba, Airbnb, Uber — это интересные сети, но они централизованы. Блокчейны же — это децентрализованные сети, которые работают скорее как кооператив. Думаю, что в будущем все будут говорить об экономике этих сетей, экономике определенных блокчейнов, в то время как сегодня всех интересует лишь сама технология. Думаю, что скоро все будут думать о том, как создать эффекты сети на основе новой технологии. Для меня особенно интересно то, что существовало народное движение из сектора технологий, и это были несуществующие предприятия, которые пытались найти коммерческий аргумент. Это настоящее движение с низов, которое началось с нас, гиков. Это одна из самых удивительных вещей в науке за последние 100 лет. Это действительно возможно. Можно создать цифровую подпись для транзакций или других видов информации, чтобы доказать, что человек действительно подписал ее. Это намного надежнее, чем витые и кривые подписи, которые мы используем каждый день. Думаю, что вскоре цифровые подписи заменят обычные. Больше информации о биткоине и свежие новости на сайте bitnovosti.com. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Поддержите проект, переведя немного биткоинов по адресу на экране. Это поможет продвижению биткоина и его распространению.